Силы обороны Украины освободили часть поселка Опытное Донецкой области, а также имеют успехи в районе Андреевки и Клещеевки на Бахмутском направлении, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Несмотря на то, что у Клещеевки россияне пытаются контратаковать, в целом под Бахмутом удалось освободить уже 49 квадратных километров украинской территории. Также украинские вооруженные силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В частности, продвинулись в районе Работина и Вербового. Збройні сили України потужно. Вооруженные силы Украины мощно уничтожают наступательный и оборонный потенциал российской армии. То есть кроме непосредственно продвижения вперед, если мы говорим о юге, там были уничтожены около 30 складов боеприпасов россиян, 6 пунктов управления и более 200 единиц вражеской техники. В то же время на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях силы обороны продолжают отражать атаки россиян. Наши защитники успешно держат оборону. Наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Равнополя Донецкой области, где за сутки противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике. В связи с катастрофическими потерями российских оккупантов в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прогнозируют, что в ближайшее время россияне усилят принудительную мобилизацию на временно оккупированных ею территориях, а также на территории самой Российской Федерации.